Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на консерву печень трески. Красная цена. 240 грамм здесь. Вообще печень трески стоит очень дорого. Но красная цена стоит где-то рублей 97, что ли. 98, где-то так. А так она стоит 200-250 и выше. Так, 24 месяца. Рыбная консерва, стерилизованная печень трески. Алтайский. Измельченная по-мурмански. Интересно. С лимончиком. У меня баночка одна валялась, и буквально недавно я ее попробовала. Она мне очень понравилась. У меня давнишняя баночка, год, наверное, где-то она лежала с чем-то там. Так, состав. Печень трески алтайская, да, и молоки лососевых рыб. Горбуша, хека, измельченная, крахмал, соль. Слушайте, там что-то немного. Очень много всего добавлено. Давайте ее откроем. У меня вот такая вот открывашка, похожая на ту, которая была в советских временах. Так, открыли. Посмотрим. Офигеть! А тут просто как паштет. А ту баночку, которая вот у меня была, там были больше кусочки. Там были вот прям реально вот кусочки, как печень трески. То есть я пробовала дорогую, вот, она особо не отличалась. Может быть, бывает разное? Нет, по-моему, не бывает, потому что я была в нескольких пятерочках, и красная цена, я видела только вот такую банку. Честно говоря, я просто в полном шоке. Здесь, ну, просто как паштет. Проще купить тогда паштет, наверное. Она еще мягкая. Такая. Ну, пахнет, кстати, очень вкусно. Такой прям аппетит. Давайте попробуем. На вкус, кстати, да. Похоже на печень трески. Как будто ее перемололи, вот и сложили. Очень, кстати, такая она нежная. И по ощущениям было, когда вот я отсюда сгребла, положила в рот, было ощущение, как будто это отдельный кусок. Как будто я взяла кусочек и его рассасываю спокойно во рту. Если вилкой вот подцепить. Хотя нет, в принципе, вот она цепляется. Да, она очень так прям нежно расплывается по рту. Немножко есть горчинка небольшая. Какой-то такой присутствует вкус печени. Не сильно соленая, по-моему, даже соли совсем капелька. Не сладкая, соответственно. Такая приятная, знаете, ее хочется есть и есть и есть. Как будто действительно я взяла маленький кусочек печени и его просто ем. Правда, кстати, очень похоже. На вид тут видно, что в принципе она вся перемолота. Хотя нет, вот тут вот видно вот кусочки маленькие какие-то. Козявочки, вернее, тут. Ну, в принципе, так вот. То есть вот так вот, такая вот. Честно говоря, я в большом шоке. Все-таки я ожидала, что будут кусочки. Но так тоже, кстати, да, даже вкусно. То есть, ну, купаете, представляете, кусочки, а там еще много масла. То есть там много всего, да. Какие-то пробелы остаются. А тут, считайте, практически печень трески, там с какими-то добавками, полностью ее прям много. Прям берите и ложкой ешьте. Я ее обожаю, если честно. Я сейчас ложкой съем, наверное. Всю пачку. Вот так у нас с вами такой был обзор на консервы. Если какие-то хотите, чтобы я сделала обзоры на другие консервы, пишите, какие именно, но чтобы они продавались в России у нас обязательно. Вот, какие там заграничные писать не надо. Их все равно не найду у себя в России. Вот. Также смотрите другие обзоры на продукты, на шоколадки, на соки. Также обзоры на технику, мультиварка обзор был, сушилка, посудомоющая машинка маленькая. Обязательно посмотрите видеокамеры, которые я снимаю. Также у нас есть влоги, живопись и много-много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Очень люблю ваши комментарии.
Всем большое спасибо. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока. Так, вот сейчас сижу и ем ложкой. Прям горчинка ощущается, как будто я горечь какую-то ем. Прям ух. Просто взять и съесть ложками, это не очень вкусно. Наверное, будет вкуснее, если ее есть чем-то или намазать на хлеб в качестве паштета. Наверное, это будет вот так вот.